успели слезы высохнуть в глазах ее. Кто-то должен остановить этих уродов. Он вернулся, стали строить планы на житье бытье. Я даже знаю, что это вы сдали нас бандитам. И стараясь жить как надо, перестать рубить с плеча. Мне нужны их трупы. Вроде бы поставил точку. Точка снова стала горяча. Если что-то пойдет не так, мы рядом. Сериал о настоящем боевом братстве. Братаны, в следующее воскресенье, весь день на РЕН-ТВ.